Набирающий популярность ролик в интернете, где проводится социальный эксперимент. Готовы ли люди прийти на помощь к незнакомому человеку, которому резко стало плохо, не дает покоя редакции в Самаре. И мы решили испытать самарцев на милосердие. Как видим, чужая боль не оставила самарцев равнодушными. У доброты нет пола и возраста, есть лишь человеческая душа. Елена Недялкова, Андрей Кривопалов, «Комсомольская правда», Самара.